С начала пандемии Кыргызстан потерял целый ряд выдающихся врачей от Бога, профессионалов, которые до своего последнего дня сражались за здоровье каждого пациента. А вот себя уберечь не смогли. Джамал Тазабекова, Артыкбай Ералиев, Альберт Исмаилов, Айчурек Кельдибекова. Эти имена в Ошской области были у многих на слуху. Они спасли тысячи жизней за свою врачебную практику и за 5 месяцев пандемии помогли буквально выкарабкаться с того света сотням кыргызстанцев. Этот сюжет о них, о героях в белых халатах. Джамал Тазабекова была врачом медицинской службы МВД. Врачи, которые продолжают сегодня работу, не могут поверить, что коллеги больше нет. Ее советы и голос до сих пор у всех на слуху. Она лечила сотрудников правоохранительных органов больше 30 лет. С началом пандемии коронавируса в Кыргызстане она оставалась в строю, несмотря на немолодой возраст. Была одним из опытных врачей. Многих заболевших смогла поставить на ноги, а сама умерла. Ей было 70 лет. В последние дни мы предлагали ей: отдохните, пожалуйста, вам немало лет, но она отказывалась. Ответила: как я могу быть дома, когда люди болеют? Она была врачом от Бога, а сама не заметила, как заболела. Врачом от Бога была и Темиркан Джарматова. Ее карьера началась 41 год назад в Ошской областной больнице. Собранная, ответственная, она спасла сотни жизней от вирусного гепатита. В 2014 году открыла второе инфекционное отделение в облбольнице Аша, специальное гепатологическое. Одно из первых отправилась и в красные коронавирусные зоны. Не надо паниковать. Завтра будет смена первой бригады. Вся защитная форма готова. Медики обучены. Заслуженного врача Кыргызстана Темиркана Джарматова нет уже 2 недели. Она ушла 16 июля этого года. До этого дома она не была 4 месяца. На кладбище ее тело увезли из родной больницы. Ушел из жизни и Артыкбай Ералиев, еще один выдающийся врач. Он был учителем для медиков не только Аша, но также Ошска, Джалабадска и Баткенской областей. Спасая других от коронавируса, заразился сам. Не справился с коронавирусом и организм Альберта Исмаилова, единственного врача-фтизиатра в горах Каракулджи. Много лет он спасал местных жителей от туберкулеза и легочных заболеваний, а сам инфекцию не перенес. Жертвой пандемии стала и Айчурек Кельдибекова, врач с огромным стажем. До эпидемии в Кыргызстане она работала заместителем директора в областном спеццентре Аша. С начала пандемии была переведена в Наукат. За последние 4 месяца своей работы она успела вылечить 129 человек. Коронавирус забрал уже больше 1000 жизней в Кыргызстане и в сотни раз больше по всему миру. Значительная часть из них принадлежали врачам, которые героически погибли в борьбе за здоровье других. В Аше, Баткене, Джалабаде, Нарыне, Чуе, на Иссык-Куле и в Таласе. Везде медики пожертвовали собой. Сегодня врачи в Кыргызстане все так же продолжают нести свою вахту в обсервациях, изоляторах и больницах. Это подвиг, который останется в сердцах тех, кто смог выжить благодаря им. Гульжан Руматқызы, Самара Асанова, Иркабай Шералиұлы, Бекжан Рыспайұлы, ЛТР, Ош.